поворачивается головой вниз. Я взял это за основу. Так вот, в нашем трагическом случае я взял, что вот аура небесной сотни, обратите внимание, все темные, черные, но через определенное время поворачиваются они, и аура светлее. Хотим мы это или нет, потому что это доброе дело, прекрасное они сделали, пожертвовали самого себя. Ну, я не знаю, тут символов много, но раскрыт как бы тоже не надо. Зритель должен найти сам. Сам. Каждый для себя. Даже вот, вот такую точку. Какое значение? Но, скажем так, я взял это как точка опоры.